Все мы знаем, что такое говно. Говно — это русский ромхакинг. Да. И вот сегодня мы посмотрим перевод игры Red Zone. Юмористический, блядь. Слышно, блядь, просто я не могу, нахуй. Ну это просто охуеть можно, да? Ебать! Я уже, блядь, со смеха тут, нахуй. Охуеваю, нахуй. Вот сюжет, читайте, блядь, эту хуйню. Начнем, блядь. Лети на остров Робинзона, внизу карты найдешь там стукача Билла, у которого есть новый майкрософтский вирус Skynet Vista SPO. О, что это за хуйня, блядь? Итак, игровой процесс остался таким, каким был. А если этот долбоёб думает, что он взял? Написал сценарий. Какой там сценарий, какое-то говно на уровне первоклассника. И с невъебенным юмором, Петросян нахуй. И он думает, что это круто, да? Нихуя здесь крутого нет. Вердикт. Вы все прочитали, что там было написано насчет сюжета? Нет? Так и какой хуй не будет читать? Какой долбоёб будет читать сюжет? В леталке-стрелялке, это что, блядь, РПГ нахуй? Автор долбоёб, и всё. Это мнение просто меня, гидра. А я знаю, что такое русский рамхак. А русский рамхакинг — это говно. До свидания.